Кустанайцы уже начали подготовку к новогодним праздникам. Впереди корпоративы и семейные застолья. Представители департамента охраны общественного здоровья просят жителей быть осторожными, готовя праздничное застолье, которое может быть омрачено пищевым отравлением. При покупке продуктов обязательно проверять даты выработки и сроки годности. Мы бы рекомендовали, чтобы приготовление обычных наших новогодних салатов осуществлялось с учетом требований. Во-первых, чтобы продукты, которые будут использоваться, смотрели по срокам годности, чтобы не было явно порченных продуктов, которые используются в приготовлении блюд. Также, например, если готовятся некоторые мероприятия, в протяжении будем определенного промежутка времени, 2-3 дня, чтобы не было такого, чтобы наши население, люди использовали, например, приготовленные вчера и смешивали с сегодняшним приготовленным. При приготовлении блюд к праздничному столу соблюдайте элементарные правила гигиены на кухне. Правильно обрабатывайте продукты, не допускайте совместного хранения сырых и готовых блюд, соблюдайте сроки их хранения и употребления. Во время новогодних праздников не готовьте пищу впрок с перспективой употребления в следующие дни отдыха. И главное, не забывать, что чистые руки повара – это уже 30% успеха в области пищевой безопасности. Мы советуем, не то что советуем, а в общем-то это такие элементарные правила – не покупать продукты, особенно консервы домашнего изготовления в неустановленных местах торговли с рук. Это может грозить заболеванием ботулизма. У нас ежегодно в республике регистрируются случаи ботулизма с летальным исходом. По республике было зарегистрировано 40 случаев ботулизма с числом пострадавших 58 человек. Эти все случаи регистрировались у нас на юге республики. Кустанайцам также советуют не ставить готовые блюда на стол задолго до начала мероприятия. Призывают также внимательно отнестись к выбору сладких подарков для детей. Обращать внимание на маркировку. При покупке игрушек спрашивать у продавцов сопроводительные документы. Обратить внимание на окраску и запах. Хамза Нурпеисов и Татьяна Калюжная, РТН.